родители волнуются, товарищ капитан. Разговаривайте, разговаривайте, товарищ Парамонов, вы мне не мешаете. Она гуляла в сквере и пропала. Ей 4 годика. Товарищ капитан, может, она в метро катается? Надо по селектору объявить. Да. Да я здесь рядом, зашел в сберкассу позвонить. Поторапливайтесь, товарищ, закрываем. Одну минуточку. Скорее, пожалуйста. Стой спокойно. Всем в угол. Быстро. Ну, быстрее, ну. Ключи. Шевелись. Что? Нет. Лопух. Кончай, кончай, кончай. Ну, мамаша. Руку, руку! К стене, сука. Не балуй, балерина. В угол! Быстрее, быстрее! Раздавай руки! Помоги! Назад! Пистолет! Внимание! Внимание! Всем отделам и отделениям внутренних дел города. В Первомайском районе, на окружной 8, вооруженными преступниками ограблена сберегательная касса. Убит работник милиции. Преступники скрылись. Принять все меры к задержанию. Докладывать каждые 15 минут. При необходимости немедленно. Оперативная группа. На выезд. Преступники вооружены. Один из грабителей ранен. Особое внимание аптекам, поликлиникам, больницам, медпунктам. Майору Головко срочно прибыть в управление. Я Болтава. Внимание, внимание. Постам ГАИ, всем патрулям. Вооруженными преступниками угнан москвич синего цвета, номер КИС-2522. Перекрыть все выезды из города. Останавливать подозрительные машины, производить тщательную проверку. Ну, как он там? Да плохой. Боюсь, не довезем. Пора кончать. Шутишь? Я на мокрые не пойду. Пойдешь. Это тебе что, премиальный от Газбанка, что ли? Ты на чьи деньги живешь, водку пьешь, в карты играешь? Ты что? Надо, Костя, надо. Ты же наши законы знаешь. Если не ты его, так он тебя. Или я вас обоих. Всем зарыться и ждать. Как вам действовать? Дальше дам знать открыткой. Ну, а это пока останется у меня.